Большой выборный марафон остался позади. Жители нашего района, как и всей Кубани, сделали свой выбор. Они продемонстрировали высокую гражданскую активность и зрелость. Выборы прошли на очень хорошем организационном уровне. Очень важным является последний, финальный этап. За несколько минут до окончания выборов мы побывали на избирательном участке номер 4214, расположенном в городском доме культуры. Как только последние избиратели выполнили свой гражданский долг, ровно в 8 часов вечера председатель участковой избирательной комиссии распорядилась закрыть двери участка. Участок 4214 завершает голосование на выборы президента Российской Федерации. Ровно на часах 20:00. В зале у нас нет ни одного избирателя, поэтому мы закрываем наше помещение для голосования. Члены участковой избирательной комиссии здесь уже имеют немалый опыт, так что все идет очень четко. После работы со списками производится погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. Отрезается нижний уголок. Затем срезаются пломбы на переносных избирательных урнах. Их всего три. И они вскрываются. Количество бюллетеней в каждой урне подсчитывается. Оно должно совпадать с числом проголосовавших. После этого приходит время трех стационарных урн. Процедура такая же. При извлечении бюллетеней нужно действовать бережно, чтобы избежать их повреждения. После того, как все бюллетени оказываются на столе, начинается работа по подсчету голосов и определению, сколько из них получили кандидаты в президенты России. Выборы прошли хорошо, успешно на участке, без замечаний. Проголосовало на участке 1429 человек, что составило 66% и 0,4. И я думаю, все будет хорошо. Сейчас идет сортировка бюллетеней, вы как видите. Сначала посчитали переносные ящики, потом стационарные. Сейчас будем уже разбирать по голосам, по кандидатам. При подсчете голосов никаких проблем не возникло, и в завершении состоялось заседание участковой избирательной комиссии, был составлен итоговый протокол, отправленный в территориальную избирательную комиссию. Андрей Вишневский, Александр Косицын, специальный выпуск «Выборы 2018».